В Макеевке резко возросло количество инфарктов и инсультов. Медики говорят, виновата жара. Из-за нее люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствуют себя плохо. Бригады скорой помощи работают в интенсивном режиме. Только за минувшую неделю к ним обратилось больше 1800 человек. Медики начинают посещение больных на дому. В первую очередь приходят к пожилым и одиноким людям, чтобы померить давление и при необходимости оказать первую помощь. С начала недели медсестры посетили 113 человек.